Всем привет, меня зовут Лера, и сегодня мы поговорим о современном искусстве в Нидерландах. Я зашла в галерею, которая называется Клуб, она находится в Утрехте, и там была выставка немецкой художницы, ее зовут Элизабет Мюллер. Она родилась в 1946 году в Германии, и я посетила выставку и даже пообщалась с самой Элизабет. Хотя посещает она эту выставку не каждый день. Почему интересно поговорить о современном искусстве? Современное искусство в Европе, особенно в Нидерландах, очень сильно отличается от современного искусства в России. В России все искусство, в том числе, например, архитектура, но если мы берем живопись масляную, то когда художник пишет картину, это не просто выражение его мыслей или выражение, то есть то, о чем он думает, выражение на холсте. Это также отражение и всей окружающей среды, политического уклада, общества, в котором он живет. Все мысли современников, они очень сильно влияют на живопись, которую воспроизводит художник. Поэтому та живопись, которая сейчас есть в России, она очень классическая, скорее всего, потому что мысли и убеждения людей, они очень традиционные. И очень тяжело в России что-то придумывать новое и идти и открывать какие-то новые интересные моменты в живописи, в творчестве. Наоборот, в Голландии здесь все направлено на то, чтобы идти как можно дальше, придумывать что-то новое. И в частности, в живописи, мне кажется, в художественных академиях здесь... Я не была здесь в художественных академиях. Здесь, скорее всего, не направлено обучение на то, чтобы правильно изобразить призму, свет на ней падающий, светотень, рефлексы, блики, а изобразить не объект какой-то, который вы видите, пейзаж или цветы в моем случае. Нужно подумать о состоянии, нужно передать состояние, например, на бумагу, передать отношение на бумагу, передать какой-то интерес на бумагу или не обязательно на бумагу. То есть можно искать разные методы воспроизведения каких-то мыслей, чувств, и это не просто изображение объекта. То есть вы должны вкладывать смысл в то, что вы изображаете. То есть если вы можете как-то объяснить свой творческий проект, если за этим есть смысл, тогда он будет востребован в Голландии. Если это просто изображение или передача своего мастерства и вы хотите показать, как сильно, как хорошо вы владеете кистью или карандашом, здесь, мне кажется, такое творчество больше на втором плане. Мне кажется, конечно, что неважно, вы хотите передать свое умение на холсте и выразить в том числе и мысли, и показать, как мастерски вы владеете кистью, карандашом или другим материалом. Мне кажется, что это также важно, чтобы ваше произведение нравилось зрителю, а не только имело какой-то смысл. Поэтому, когда вы смотрите на современные картины, ну даже не современные, а которые были написаны в прошлом веке, если мы говорим об абстрактных картинах, нужно всегда не просто, если это не классическая живопись, вы однозначно не можете понять, о чем она,
и тем более, если вам не нравится эта работа, то, во-первых, нужно видеть оригинал. Оригинал дает гораздо совершенно другое впечатление, чем картинка из интернета или картинка из книги. Вам обязательно, прежде чем судить любую картину, нужно посмотреть на оригинал. Дальше вы судите, нравится, не нравится. Если это абстрактная живопись, нужно, на мой взгляд, смотреть, во-первых, в какой эпохе это было сделано, как это было сделано. То есть, если это Малевич, если это Гюстав Курбе, то, например, Курбе — это такой реализм, который появился после романтизма. То есть, это настолько новый был стиль, настолько неожиданный. Например, если сейчас кто-то начнет носить брюки на голове, это вот такой же был эффект неожиданности от картин Гюстава Курбе, хотя сейчас мы смотрим, и они, в принципе, достаточно обычные. Ничего сейчас они нового не вызывают. Но в ту эпоху Малевич был первооткрывателем Курбе. Вот если вы знаете предысторию этого стиля, вы уже можете менять свое отношение к картине. И дальше, если вы ближе знакомитесь не только с эпохой, но и с творчеством автора, это также может изменить ваше отношение к работам, которые вы оцениваете. Вам может не нравиться этот стиль, вам может не нравиться конкретно картина, но вы поймете что-то большее, что она значит и почему она была так нарисована. И у каких-то палочек или там точечек на картине уже появится какой-то смысл. Работы, которые были представлены у Элизабет Мюллер, они все были в геометрическом стиле сделаны. Я была уверена, что просто так геометрия, она не проявляется. То есть, когда человек творит, художник, он не всегда отвечает на вопрос, почему конкретно он рисует что-то, почему конкретно он любит рисовать деревья или кошечек, а не что-то другое. То есть мы себя обычно не спрашиваем, почему мы рисуем это или другое. Мы просто делаем это, не задумываясь. Но если подумать, то можно ответить на этот вопрос. Что я хочу сказать про геометрию, про то, почему Элизабет Мюллер занялась геометрическими формами. Она родилась в 1946 году, и книга, которая была уже с ее биографией, работами выпущена, говорила, что в то время после войны ей в Голландии было тяжело с ее сестрами, потому что после войны всех немцев очень оскорбительно называли, и ее тоже к ней плохо относились, только потому что она носила немецкую фамилию, и дедушка был из Германии. Она влюбилась в музыку, и она хорошо играла на пианино, и сейчас она, наверное, прекрасно играет. Она любила классическую музыку. И очень много слышала Баха и Бетховена, и эти два композитора отразились в ее работах. И она сказала, что вот эти геометрические формы, не могу сказать, что кубизм, но вот эта геометрия на холстах, отсутствие цвета, они очень такие светлые работы, и там минимум цвета, скорее это какие-то оттенки или тона, полутона. Это ее воспроизведение классической музыки, потому что она очень любит музыку, и она воспроизводит маслом на холсте произведения Баха или просто какие-то... Это ее эмоции, ее музыка, так как она это слышит, она воспроизводит это на холст. Также она сказала, что ей интересно, она была впечатлена, как на пианино можно разными октавами, если не ошибаюсь, там в какой-то в третьей, в четвертой, я не знаю этих музыкальных терминов, но она сказала, что если в разных октавах сыграть, то по-разному звучит эта мелодия, и ей вот эта разница в мелодии понравилась, и она также пытается это изобразить в живописи. Это интересно. Потому что вы смотрите на работу, например, вы не знаете предыстории,
Вы не знаете, откуда появился этот художник, вы не знаете, что его вдохновляло, вы смотрите на картину, вы смотрите на прайс, опять на картину, опять на прайс и уходите. И думаете, господи, ну что за бред, стоит таких денег. Но на самом деле, когда вы понимаете, о чем эта работа, и смотрите на прайс и думаете, о, круто, меняется отношение. Когда вы заходите в голландские галереи, вы вполне можете зайти, походить, вам предложат чай, кофе, а может быть не предложат. Вы все равно можете зайти, обычно там сидит девушка или женщина, и лежат распечатки с прайсом. Там написано название работы, когда она была сделана, написано из чего она, и чаще всего цена. И когда вы ходите по галерее, вы сверяете номер в прайсе и номер... такой маленький кружочек будет с номером рядом с работой. Поэтому не только чтобы знакомиться с ценой, но и с материалом, из чего она была сделана. Это очень легко понять, там в принципе все понятно, если вы знаете английский. И вы с этим списком ходите по галерее, вас никто не беспокоит. Обычно никто к вам не подходит и не спрашивает, там, а вот это хотите купить? Нет, такого нет. Просто если вы сами заинтересуетесь, вы можете спросить, задать какие-то вопросы. Кстати, это очень полезно спрашивать, почему, а вот здесь, а вот это, как вы думаете, девушка, которая сидит, она обычно... знает что-то о художнике, если у нее нет ответа на вопрос, она посоветует вам книгу об этом художнике, которая тоже лежит рядом с ней на столе. Поэтому очень, очень полезно общаться или спрашивать, если вы владеете английским. И на этой выставке, пока Элизабет разговаривала с группой, со своими друзьями на голландском, я не присоединялась, потому что... мои знания голландского, они недостаточно, чтобы вести высокоинтеллектуальную дискуссию. А во-вторых, я не была уверена, что это свободная группа, а оказалось, что это были ее друзья. Вторая выставка современного искусства, на которую я зашла, была в Кюнстливде. Это тоже в Утрехте в центре, это большая галерея. Я пыталась там выставляться. Но мне отказали, сказали, девочка, тебе надо больше экспериментировать, потом обращайся. Это красивая галерея, и там работы стоят бешеных денег. Не потому, что они несут какой-то скрытый смысл. Там была большая работа, большой холст, который стоил там 10 тысяч, и он там белым на белом было написано какие-то буквы, все. И сейчас в этом в Кунстливде, по-моему, это на Нахтингалстрат, те, кто живут в Утрехте. Сейчас там выставка студенческих работ. Я сразу поняла, что это студенческие работы. Во-первых, по ценникам они были вырезаны из бумаги, и ручкой там что-то, и маркером было написано. Когда выставка и работа хорошо стоят, то там будет распечатан прайс, либо все это будет красиво сделано, а там было все это было тяп-ляп и абы как. Я поняла сразу. И... работы были самые разные, из разных колледжей, из Утрехтского. Очень странные. Гуашью там что-то было нарисовано, какая-то картинка, которая стоила 300 евро, еще одна картинка. В общем, стоило все бешеных денег. Там была такая распродажа. Op is op, это значит распродажа. Мне не понравилось ничего, все это было странное, все было дорогое, бессмысленное для меня. Но, скорее всего, студенты, которые там выставлялись, они имели какой-то смысл, что-то хотели передать. Но тяжело об этом узнать, если нет человека, который вам об этом расскажет. И там была женщина, но она постоянно была в компьютере, она сказала, что каждый год их галерея Кунстливде представляет возможность студентам сделать такую выставку, такой проект, потому что... чтобы выставляться в Голландии, у вас должно быть либо имя, либо вы платите 300 евро за неделю, это в лучшем случае за выставку в какой-то маленькой галерее. У меня будет первая выставка моих работ, я участвую в групповой выставке. Выставка в Делфте, в пригороде Делфта. Пригород называется Денхорн, если вы в Делфте. Или недалеко от Делфта, пожалуйста, приезжайте, я буду рада увидеть вас. Выставка будет проходить 18 и 19 июня.
Ссылку я оставлю под видео. Участвует, по-моему, 3 или 4 русских художника, творца, artist. Кстати, по-английски художник — это artist, а не painter. Painter — это тот, который окна красит или фасады. И 7 художников и творцов голландских. То есть у нас такая русско-голландская экспозиция. Напишите, какое искусство вам ближе, классическое или абстрактное. Может быть, вам нравится кто-то из современных художников. И напишите, что вы думаете о геометрических работах Элизабет Мюллер и о студентах, которые выпустились из нидерландских художественных академий. Всем хорошего дня, пока!